Пилоты говорят, что многое зависит от старта, ведь с самого начала нужно правильно рассчитать свои силы, чтобы продержаться 16 кругов и самым первым преодолеть расстояние почти в 3 километра. В одной из серий, любительских серий, у нас будет представлен, в нашем понимании, как минимум, достаточно ценный приз, это мотоскутер. Вот, ну а для, подчеркну еще раз, для участников серии «Лада Юниор», для участников чемпионата Республики Татарстан по шоссейно-кольцевым гонкам, главным призом является кубок и симпатии их многочисленных болельщиков. 18-летний казань Сайдар Нуриев решил стать чемпионом еще 7 лет назад, когда впервые сел за руль картинга. В первом заезде республиканского чемпионата он смог опередить всех, да и во втором ему оставалось совсем немного до победы, но погода подвела. В дождь действительно трудно сходить повороты, так как и уходит машина в занос, и тяжело ее поймать. У меня тут братишка участвует, то есть я вот его болею, езжу по России. Всегда его поддерживаю. Мне очень нравится, мне появляется какая-то радость, какое-то вдохновение даже. 14-летняя Рита внимательнее всех наблюдает за чемпионатом, ведь она решила, что обязательно станет гонщицей. Она у нас выросла в гараже и каждые выходные заставляет меня приезжать сюда. Учащенное сердцебиение, так как женщин-гонщиков практически нет, а мы все равно хотим взрастить будущее подрастающее поколение и отправить на данную стезю. В итоге в напряженной борьбе опередил всех Огошков Роман из Тольятти, и именно ему достался кубок чемпиона. Кстати, достойная смена гонщиков тоже подрастает и уже вовсю тренируется на мини-гонках. Например, Федор Горбачев уверен, что в следующем чемпионате он точно всех победит. Да, мне нравится, я чувствую себя гонщиком. Когда я вырасту, я себе куплю машину и буду гонять. Алсу Касимова, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».